Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц июня. День пятый. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Сие чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день убиение блаженного Игоря Ольговича, князя Черниговского и Киевского. По смерти великого князя Ярослава Владимировича осталось три сына его – Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи. Изяслав был як старейший, сидя на престоле отчим, на великом княжении Киевском. Святослав же сидя в Чернигове, а Всеволод в Переяславле. Подовольник же летих княжения их, умре первый черниговский князь Святослав Ярославич, его же сын Олег или Олг, потом князь бы из Чернигову. И от Олга родися сей, о нем же нам предлежит слово, Игорь Блаженний. Та же умре и киевский великий князь Изяслав Ярославич, оставив по себе два сына, Ярополка и Святополка. По его же смерти Всеволод Ярославич, князь Переяславский, прияв великое княжение Киевское. Племянником побрати обу своим, Ярополку и Святополку Изяславичем, дете овому град Владимир Волынский, а другому Туров. Сына же своего Владимира, прозванного Мономаха, посади на княжение Черниговском, но потом Владимир Мономах уступи княжение Черниговское Олгу Святославичу, а сам седи в Переяславле. Скончавши уже временную жизнь великому князю Киевскому Всеволоду Ярославичу, призван бысть Владимиром Всеволодовичем Мономахом на великое княжение Киевское Святополк Изяславич. По кончине Святополка седе в Киеве Владимир Мономах. По Владимире Мономасе бысть старейший сын его Мстислав, та же другий сын Ярополк, та же третий Вячеслав. Все един по кончине другаго княжение Киевское приемляху. Четвертому сыну Мономахову Георгию Владимировичу, прозванному Долгорукому, в Москве княжествовавшу, в Чернигове же по кончине Олега Святославича княжествовав Всеволод Олгович. Ему же братья бяху сей блаженни Игорь и Святослав, и прочие Олговичи. Той Всеволод, сын Олгов, желая себе большей власти, собра многую силу воинства и пойде на Вячеслава Владимировича Мономаховича князя Киевского, еже изгнать его с престола, а самому на большем княжении сести. Вячеслав же, боясь Бога и не хотя кровопролития, посла к нему митрополита Михаила, и же бе вторый туго имени, прося мира и уступи ему княжение Киевское, а сам пойде в Туров. Всеволод же Олгович прия великое княжение Киевское, а брат его сей блаженний Игорь прибысь на Черниговском княжении. Княжествовав же Всеволод Олгович в Киеве яко 6 лет, разболеся к смерти и созвав братью свою князей российских и киевлян, повеле им целовати крест, да по ним посадят на княжении Киевском Игоря брата его, князя Черниговского. А Игорь целова крест, еже любите братью и никого же обидите. Умре же Всеволод Олгович и погребен бысть в Вышгороде, в церкви святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Киевляне же, а ще и крест целоваше Игорю нуждею, обаче не любляху того, и не восхотеше иметь его себе князя. Но абия послаша отей в Переяславль, к бывшему таму в тое время князю Изяславу Мстиславичу, внуку Владимира Мономаха, моляще его да на княжение Киевское приидет. Так уж да и все князи российские не любише Игоря и всех Олговичев, и не бысть с Игорем единомысленника никого же, токму брат его Святослав Олгович и племянник по брата его Владимир Давидович, князь Черниговский, да Святослав Всеволодович княжич Киевский, внук Олгов, и племянник по брата его. Изяслав же Мстиславич, князь Переяславский, собрав многую силу свою, и от князей российских некие призвав, пойде к Киеву. А киевляне тай вести к нему посылаху. Игорь же князь Киевский, слышав Изяслава грядуща на него, собрался також де с братом Святославом Олговичем и с племянником по брате Святославом Всеволодовичем и пойде против Изяслава. И сразившися, бише се крепко, обаче Игорева воинственная сила изнеможе и бист побеждена.
и бежа Святослав Олгович, брат Игорев, князь Черниговский избраний, а Святослав Всеволодович Ятбысть. Игорь же от убийства угонзе в блату, и по 4 днях обретен и приведен бысть к Изяславу. Так улишен бысть блаженний Игорь великого княжения Киевского, едва 2 недели прибыв на нем. Изяслав же Мстиславич, внук Владимира Мономаха, победив Игоря, вниде в Киев славну, и прияше его киевляне с радостью. Святослава обув Всеволодовича, внука Олгова, княжича Киевского, набрани ятаго, пусти свободна. Понеже племянник по сестре ему бе, еще же и грады даде ему буску и межи Бож. А Игоря Олговича окував в саді в поруб в Переяславле. В ту же осень Игор сидя в порубе разболесия и просяше пострижен быть и в чинину ческий. Великий же князь Киевский Изяслав Мстиславич повеле пустить его из поруба и пострижти. И бысть Игор пострижен воиночеству в Переяславле от епископа Переяславльского Евтимия. По пострижении же оздраве и приведен бысть в Киев, в монастырь святого Теодора, созданный от великого князя Мстислава Владимировича Мономаховича, и в том монастыре схиму на Игоря возложиша. Святослав же Олгович, князь Черниговский, сожалевся зело у Игоря брате своем, посылавши моление к Изяславу, да пустит Игоря в Чернигов. Но Изяслав не хотяше пустить, и того ради метеж вели и сотвориси у князей, и бойше брани кровопролитие многое. И когда Изяслав стоя с воинством на супои, извещен бысть, яко Святослав Олгович, князь Черниговский, и суйными князи собирается воевать и на него за Игоря, брата своего, аби я послав Киев к Владимиру Мстиславичу брату и к митрополиту Климу, и же Настапу Михаиле, и к киевлянам требуя помощи, и повелевая киевским людям да приидут к нему на супой, хотяше борать его пойти на Чернигов, на Святослава Олговича. Киевляне же рекоше, ради бы с детьми нашими пошли битися за князя нашего, но блюдемся, да никое сотворится здесь зло, як уже прежде сего бяше при великом князе Изяславе Ярославиче, егда высекше из поруба всеслава, посадише его на княжем престоле. А се ныне враг князя нашего и наш Игор не в порубе, но в монастыре святаго Теодора ходит по воле. И кликнувши все, пойдоше убить Игоря. Владимир же Мстиславич, брат княжий, рече им, «Братья и друзі, сего брат мой, а ваш великий князь не приказал вам, но идите против врагов его, а Игоря блюдут стражи, и митрополит, и ладар тысячный начальник. Но киевляне, не послушавши его, текоше с яростью в монастырь Теодоровский, никому же возмогшу воспитить их. Аж тебо и митрополит с великим прещением возбраняши, и 2 болярина прислани бывши от великого князя, и 2000 начальника, Ладар и Рагуйло, возбраняху притяжте и воспештающте, и метеж народни утешите чтащтеся, обаче ничто же успеше. Уведав же тое блаженийский монах Игорь, яко хотят убить его, тече скоро в церковь и пад пред иконою Пресвятия Богородицей, со слезами молящися. Метежное же народа множество притече в монастырь во время божественной литургии, а Владимир, брат княжий, гна за ними на куне, хотя не дати им Игоря на убиение, но не поспе. Уже бо метежницы и со многою молвою и кличем в церковь вбегши, смутиша всех обречихся в церкви, и емши Игоря извлекоша вон, бьюште, и сурваша с него мантию и схиму, и вся иночески одежди на нем же растерзаша до нага, и из монастыря видяху. Владимир же среди их во вратех монастырских, на него же воззрев страдалец Игор, рече, «Ох, брате, каму ми ведут? Я бе Владимир с коня скучив, нача защищать его от убийственных рук, глаголя к народу, братья моя, не творите зла сего, и веде его ко двору матери своей. Разоренние же люди бьющи Игоря, ударивши и Владимира. То видев князь Михалку, скучи с коня, хотя помощи Владимиру и нача защищать Игоря и Владимира. В то время Владимир восхити его во двор родительницы своя и затвори врата. Они же и на Михалка руце возложиша, бьюще же его, оборваше на нем утвар княжескую и крест, и золотую гривну, и чепи. Та же виломаша врата двора онаго, и двери синей висекуша, и извлекше преподобного убише его немилостивно.
Потом, привязавши ему верви за нозе, влечах от уго по улице, ругающийся, и повергоше на торжещи мертва и нага. Тако скунча се блаженни Игор, княз Черниговски и Киевски, в ден Петка, с пострада Христу Господу за нас пострадавшему. И мнози от добрих и честних людей, приходящи, покриваху на гото мертва го тела, плачущи у неповинном того обиении. Брат же княжи Владимир Мстиславич посла домашних своих опрятати и взяти тело обиенного, еже опрятавши, положише в церкви святаго Михаила. Тоя же нощи прояви Господь над ним знамение сицевое. В церкви, в ней же лежаше, зажгоше се все свещи сами собою, и возвещено то бист митрополиту. Он же запрети да никому же си го поведят, но повелят таити то чудо. Святающие же суботы, митрополит призва игумена Теодоровского Ананию и посла его да погребет тело убиенного князя. Игумен же шед и, видев тело преподобного кровью обагрено, вельми плака ся и облече в монашескую и схимническую одежду. И егда нача пети над ним обычное погребение пение, бист гром страшен и молния велия, и внеза появи се столб светозарен на церковью, и потресе се земля, и все люди ужасоше се изваху, Господи помилуй. Вземше же тело мученикову, отнесоше в монастири святаго Симеона. Бебо той монастири деда его князя Святослава Ярославича, и тамо в каменном гробе положивше честно, в церкви погребоша. Бог же прославляє и святые своя, прославляше и сего нового страстотерпца. Некое го бо празнична годни, сушечу се народово святий храм, свещей бивши над гробом преподобномученика, всем зрящим, сами собою зажгоше се, як уже и первое в церкви святаго Михаила, и свет вели во сия, и благоухание дивное обуняся, и всевидящие сия прославляху Бога. Прииде же вест к Святославу Олговичу, князю Черниговскому, як у Игор убиен есть. И созвав дружину свою, плака се плачем велием по брате своем. И бывши в то лето и в другое многие брани князем Черниговским с Киевским Изяславом за убиение Игоря Блаженного. Даже прииде из Москвы князь Георгий Владимирович Мономахович, прозываемый Долгорукий, со многою силою, свеже черниговских князей молением. И соединившися, пойдоше на Изяслава Мстиславича, князя Киевского, от мщение творящи за убиение Игореву, и изгнаше Изяслава из Киева, и седе на великом княжении Киевском Юрий Владимирович Долгорукий. Тогда Святослав Ольгович принесе мощи блаженного мученика Игоря, брата своего, из Киева в Чернигов, с великою честью, и положи в церкви святаго Спаса, в епископи и в тереме Красном. И почитаху люди мощи Игорева и яко мученическия, и поклоняху се им, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога от всея твари славима го вовеки. Амин. В том же тереме Красном, в церкви Святаго Спаса епископской и в Чернигове, по пришествии 10 лет положен бист блаженний Константин, митрополит Киевский, о его же кончине дивни и ужасни и небезместно издеже воспоменути, понеже в таежде времена, егда между предреченными князи российскими за Киевское великое княжение много е творяше се смятение, еще же и между духовными за престол митрополии Киевские смущение деешеся, и сия вещь прилучися. Конец жития блаженного Игоря Олговича, князя Черниговского и Киевского.